nichimizga bunaqa ishonchimiz yo'q edi. Shunchaki bir o'ynab kelgani, bir aylanib kelgani boruvdik. Lekin это, кстати, сильно заинтересовало, так это Казахстан, это другая страна. Шундан без юг жойдан ҳам тайланишга ҳаракат қилганмиз, бирга Telegram группаларда иложи бўлса топланиб. Ўшанга ятта юталармикунмиз, ятта жамоалар қанақа экан, қайсидир мана Намангандаги Поп шаҳридаги мактабни атайин чақиришди, биз уларни оқлай олармикунмиз. Bizning maktabimizda o'zi zakovat to'garagi yo'lga qo'yilgandi. Bu 1-2 yil oldin o'zi boshlangan. Harakat qilib ko'rganman shu yo'nalishda o'zimni. Qilib ko'rganimki, o'yin juda yoqdi. Chunki savollar qiziqarli bo'lgan, o'zi o'yinga kirib ketish anaqa holatlari, jamoaviy o'yin bo'lgani uchun o'zimizga juda yoqqan. Хаси чоклар. Жавобингиз қабул. Тўғри жавоб хаси таёқчалари. Хаси чоклари ҳам қабул. Кейин республика бўйича ўйинлар бошланган, кейин у ёққа ўжи котта аренага ҳаракат қилиб, ўйинга қатнашиб кўрганмиз. Қозоқистонга кетишимиздан бизни таклиф қилишганда, Остона ўйинларига бизда қўрқув бўлди албатта. Турнир ҳақида ҳам шу заковатга қизиқишимиз ортидан билиб қолдик. И тогда мы с большим энтузиазмом и интересом решили там поучаствовать. И первый день в Астане прошел неудачно, можно так сказать. Яхши на тиже курс толма ямз учун, анча тушкилике тушу поянди. Чунки ойн жута хам куркенчилик тарзда тус ола башлаган. Узмузге ки валышм учун озгана вақт кере буян. Ну а второй день, когда мы уже играли в традиционный заковат, вот тут-то мы и сожгли игру, мы сделали это. Мы можно сказать, все три тура держались на первом месте. И в итоге, само собой, заняли первое место. Но каждый раз, когда мы думали о том, что если пойдет не так, мы просто смотрели на свой флаг. За нами стоят 36 миллионов наших граждан. И что на нас возложена очень большая ответственность. Барбар, йок, мы джамоимыз билан, хамма битта джойдан, та йокадан баш чыгарып, кучли харакат кылдык, ва галабага эриштик.